В телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской» предлагают принять участие в вопросе «Твори добро, добровольчество в вашей жизни». И напоминают, добровольчество – это не только помощь тем, кто нуждается, но и возможность саморазвития. Волонтерство позволяет увеличить круг общения, встретить единомышленников, приобрести профессиональные навыки, повысить интеллектуальную и творческую активности, научиться эффективно действовать в нестандартных ситуациях. Опрос анонимный. Результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики. Принять участие в нем можно до 11 февраля 2023 года по опубликованной в телеграм-канале ссылке. В Самаре для отдельных категорий граждан действует услуга «Социальное такси», напоминают в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В рамках данной услуги осуществляется перевозка маломобильных граждан к социально значимым объектам на легковых автомобилях. За 2022 год в рамках предоставления услуги «Социальное такси» выполнено 58 193 просьбы по перевозке маломобильных групп населения. Оформить заявку можно по телефону 250-03-50. В России вступили в силу новые налоговые льготы для бизнеса, информируют в телеграм-канале Красноглинского района. С 1 января 2023 года бизнесу стали доступны налоговые льготы при покупке и внедрении отечественных IT-решений. Таким образом, вступило в силу предложенное в ноябре президентом России Владимиром Путиным условия для развития российских компаний. Теперь, как отмечал российский лидер, у бизнеса появится возможность направить сэкономленные с помощью льгот средства на технологическое обновление. Контроль над исполнением президентского поручения верен Федеральной налоговой службе. Напомним, в России для сотрудников IT-компаний предусмотрен ряд льгот. Так, для них доступно предложение льготной ипотеки на упрощенных условиях. Программой уже воспользовались тысячи россиян. Что делать, если получил обморожение, рассказывают в телеграм-канале Советского района. При первых признаках покалывания и потери чувствительности, покраснения участков кожи, нельзя согревать обмороженные части тела огнем или горячей водой, употреблять алкоголь, растирать кожу растворами на масляной основе. Если пострадавший находится в сознании, необходимо дать ему горячий сладкий чай, накормить горячей пищей, вызвать скорую помощь. Чтобы избежать обморожения и неприятных последствий, связанных с ним, нужно теплее одеваться, лучше в свободную одежду и малоскользящую обувь. Не носить на морозе металлические украшения, надевать перчатки, шарф и шапку и по возможности обходить здания, с которых может упасть снег или наледь.